Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Раз уж так сложилось, что мы выбрались в парк, предлагаю о нем и поговорить. Есть такая фраза в английском walk in the park, прогулка в парке. А вот значит она, когда что-то очень легко сделать. Вот это наше родненькое два пальца об асфальт, вот это вот оно. I've been running marathons for years, so this 5K run will be a walk in the park for me. Я бегаю марафон уже много лет, поэтому этот забег на 5 километров будет для меня просто как два пальца об асфальт. Или I told you it's a walk in the park. Я же тебе говорила, это проще простого. Или this wedding stuff is not a walk in the park. Вся эта подготовка к свадьбе вообще непростая история. Но еще важно, конечно, обращать внимание на контекст, потому что иногда прогулка в парке – это просто прогулка в парке. You have to enjoy life every day, be it a glass of wine or a walk in the park. Тебе нужно наслаждаться жизнью каждый день, будь то бокал вина или прогулка в парке. Есть еще фраза в английском языке с таким же значением. Например, a piece of cake – кусок торта, да, тоже легкотня переводится. My first exam was a piece of cake. Мой первый экзамен был легче легкого. Или слово picnic, пикник, тоже означает легкотня. Babysitting my sister's kids was no picnic. Сидеть с детьми моей сестры было очень непросто. Child's play, детская забава. Winning the game against this team will be child's play. Выиграть у этой команды будет очень легко. Еще есть roses, розы, или bed of roses, клумба из роз, да? My job is not all roses, but I love it anyway. Моя работа вам не все цветочки, но я люблю ее все равно. Или farming is no bed of roses, да? А фермерство – это вам нелегкая какая-то затея, нелегкая работа. И еще одна фраза с таким значением – plain sailing или smooth sailing. Это какое-то плавание без помех, да, гладкое плавание. Phase one of the project is over. It's all smooth sailing from here. Первая фаза проекта завершена, а дальше все будет очень легко. Ну что ж, на сегодня это все. Учи английский с Puzzle English. It's a body,